Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу заснять видео, как мы едем отдыхать на озеро. Это мы заехали на заправку, заправиться. Вот мы. И сейчас будем выезжать. Засниму там красоту такую, озеро красивое, все так классно. Заехали в магазин, чтобы купить угля. Такая одежда какая-то продается. Я хочу показать, продается лед. В таких кульках сейчас жара и продается лед. 2,10 за такой кулек льда. Добавлять воду, в пепси, если жарко. Это рассыпал рабочий. Магазинчик. Такая забегаловка. Это продукты все. Сникерс 95 центов. Жвачки.
Вот это такая красота у нас. Это нам от дома ехать 30 или 35 минут, где-то так. Это такая речечка здесь. Все берут на прокат такие каяк, лодки, или как правильнее, и плавают. А за этим перевалом открытый Мичиган. Красота. Но еще в Мичигане вода очень холодная. А в этой речечке теплая вода. Вот лавочки отдыхать. Смотрите, сколько народа. И это ж как далеко от города всем. И все приезжают отдыхать. Ой, здесь водоросли такие. Хочу попробовать воду. Ой, холодноватая для меня. Ну, дети купаются. Классно, красиво. Погода сегодня классная. Кто имеет возможность приехать в Америку, приезжайте, даже не задумываясь. Здесь хорошо жить. Попробуем воду. Речечки и тут.